16 сентября в Московской области состоится экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Традиционно это мероприятие пройдет во всех муниципальных образованиях столичного региона. В городском округе Люберцы новые деревья появятся в Томилинском участковом лесничестве. На этот раз в городском округе планируется высадить 80 тысяч саженцев сосны. Ожидается, что в экологической акции примут участие более 5 тысяч человек. На месте ее проведения организуют культурную программу с музыкальным сопровождением и полевой кухней. Участникам выдадут брендированные футболки и бейсболки с логотипом акции. Также в рамках мероприятия посадят саженцы 1500 деревьев, хвойных и лиственных пород и 560 кустарников на придомовых территориях и в образовательных учреждениях. Напомним, в этом году во время акции «Лес Победы», которая прошла 29 апреля, в Подмосковье высадили более 1 300 000 молодых сосен и дубов, а также около 110 тысяч парковых деревьев и кустарников. Акция прошла на территории всех муниципальных образований региона. Для ее проведения был подготовлен 81 участок общей площадью 337 гектаров на землях Гослесфонда, а также около 1000 площадок в населенных пунктах. Луиза Игиазарян, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.